У пруда на центральной площади Одинцова сторонники «Единой России» и активисты клуба «Активное долголетие» приняли участие в мастер-классе по дыхательной гимнастике. Мероприятие прошло в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» с участием известных спортсменов, который проводит партия с 1 июня по 12 августа. Основная цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и физической активности среди взрослых людей.